всем привет. Сегодня у нас, если не ошибаюсь, 6 декабря. И как вы видите, у нас идет уборка. Как вы видите, МТЗ-82 собирает уборку. И отнести коровкам. Погодка у нас сейчас минусовая, поэтому и позволяем себе косить. Сейчас придет трактор, я вам покажу весь процесс, как это происходит и как получается. Стоит ли это делать? Думаю, что да. Вот пришел и второй трактор. КамАЗ сейчас будет полный. Вон идет зверюга. Этот трактор, если не ошибаюсь, 2013 года выпуска. Работа у него есть даже. Маленький снег, как вы видите, начали уборку. Убирать нам еще около 10 гектар. Урожайность не очень, но как и дал Бог, только что нужно убирать. Сейчас выгружается, уже второй бункер выгружает. Урожайность около 2 тонн. Убираем кукурузу в Молдове.